Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру по названием Зуба, и сейчас видите, ребят, у себя на экране вот такой вот сундучок. Да, будем его открывать в акцию с дополнительными легендарными предметами, но без акции сброс, да, и без других каких-то либо акций. Вот такая судьба нас ждет. Позабирал я все гемы, которые мне там прислали за много месяцев партнерской программы Зубы. Вот, 73 тысячи, да, этого даже не хватило бы на 10 сундуков, но сейчас, когда они по цене, как видите, в 10 тысяч две штуки, этого вроде как должно хватать. На, как раз, ну, 50 500 мне обойдется 10 сундуков, поэтому будем открывать, плюс еще 2 сундука с почты будет, поэтому сегодня, так сказать, масштабное открытие будет, я так надеюсь. Ну и, в общем, погнали смотреть, что у нас получится сегодня по легендарным предметам. Фух, понеслась. Так, ну чё, первый сундук. Будет то предмет или не будут, узнаем. Как много легендарных предметов, да? Как их много. 8800 гемов сброс стоит. Какой байт, просто какой... Ребятки, то есть вы понимаете, да? Я сейчас получил 80 тысяч монет. И вот эти вот предметы за 5000 гемов. Просто за 5000 гемов. Инструменты, сандали. Уколадрин, кстати, 24 штуки, ничего себе, интересно. Берем добычу, давайте открывать второй сундук. Возможно, он окупит и первый. Если будет по одному легендарному предмету в сундуках, в среднем, да, то это окупаемость. Если нет, то нет. И... открываем, смотрим, и один... стачка! Ну ладно, получается, так-то официально мы окупились, да? Ну, по логике, да? Ну, вы видите, какие легендарные предметы мне выпали, да? Сам дефибриллятор прокачался на эрли. Зачем он там нужен, прокачанный, я даже не знаю. Он его первого уровня хватает. Косточка на дону, конечно же, я без нее жить не мог. Ну, как бы вот, ребятки, два сундука открыты. Шикарно. Дополнительная награда, давайте глянем. 20 уколов адреналина, 9 уколов адреналина и мусор. Прекрасно. Кстати, на Джоя выпали сандали святого. Просто супер польза, ноль пользы. Ну и, конечно же, 90 тысяч монет, как же без них. 10 тысяч геймов слиты. Норм? Я думаю, норм. Я сейчас перезагружусь, скорее всего, эта акция вылезет еще раз, и мы еще раз откроем. Я так надеюсь, что так будет. В общем, понеслась дальше. И парам-парам-пам, сундуки снова появились. Это хорошо, потому что, ну, в любом случае, лучше варианта я все равно не дождусь, поэтому давайте открывать. Возможно, кстати, они в этот раз подкручены. Типа цену уменьшили, сундук подкрутили. Ну, вы знаете, разработчиков не могут это делать. Я более чем в этом уверен. Ну что ж, погнали, вторая пачка сундуков. Смотрим. О, феромоны на Брюса. Ебой. Сюда просто. Кстати, надо же выбить еще феромоны на этого друга. На Джоя, который, да. Ну что, 15 тысяч гемов. Ну, вообще 20 потратил, но пока что мы открыли только 3 сундука, значит это 15. 15 тысяч гемов, феромоны выпали. Ну, я считаю, неплохо. Да, неплохо. Конечно, акцию сброса бы хотя бы в это дело, чтобы было получше, но феромоны на Брюса это мощно, потому что Брюсу их не хватает, и вот как раз они будут решать, я думаю. Мы их возьмем, конечно, на железной дороге, посмотрим, там еще под Брюсу будет ждать нас другой сюрприз, ну, в общем, оцените, я думаю, это все дело. Да, ну и зуб вампира, конечно, на Джои это очень приятно, потому что, видите, их мне было ноль. Конечно, феромоны туда хочется, блин, туда бы феромоны, ух. Ну что же, второй сундук. Этот сундук, я надеюсь, зарешает побольше, и здесь выпадут феромоны на Джой. Ну, конечно, рассчитывать не приходится, вы понимаете, да, какой разброс огромный на 42 персонажа по легендарным предметам. То есть, может, косточка выпить? Ну, как бы. Ладно, понеслась. И... Ну-ка. Бам! Но Зока, феромон! Офигеть. Ну, конечно, клонский нос, как я без него жил раньше на Джой, не знаю, вообще просто. И бинт выпал, смотрите. Ну, бинт, ладно, бинт бесполезная фигня. На текущих реалиях, к сожалению. Потому что есть турборакеты, есть феромон, есть бицуха, есть... И уже слоты закончились, к сожалению. Там их и так всего 5, да? Это если было 10 слотов, да, бинт бы можно было взять бы. Но в текущих реалиях, кстати, заметьте, 4 сундука. Сколько уже легендарных предметов? 5 штук, да, выпало. Ну, конечно, косточку, наверное, считать не стоит, но вот, как бы. Пока что идем отлично, я считаю. Сейчас справимся на следующую перезагрузку, наверное, да? Блин, феромоны за Зака. Это же можно будет... заферомонить и притянуть. Ну, кстати, вот, возможно, будет не особо эффективный, потому что... Да, наверное, будет неэффективный. Ну, мы посмотрим, в любом случае. Деваться нам некуда. Я пойду на следующую перезагрузку, и мы откроем следующий пак сундуков. И, к счастью, ребятки, сундуки снова появились.
Понимаете, ну немножко страшно, все-таки, зная разработчиков, они особо не щедрые, но видите, вот механика того, что если перезайти в игру, то акция обновится и как бы можно будет снова открывать. Давайте только перед этим делом зайдем немножко на Зака и посмотрим, остались ли на нем феромоны. Давайте все-таки это сделаем. Вот он, носорожек. Давайте зайдем, глянем. Предметы. Да, есть, все нормально. Я просто так, на бьерочку, потому что, ну, вы понимаете. А вдруг бы это все не сохранялось? Ну, вы знаете, разработчиков зубы, они умеют немножко в такие действия. Ну что же. Да. Блин, черный легендарный хочется, капец как. Ну, погнали открывать следующий пак сундуков. Это у нас шестерочка уже будет открытых сундуков. За... Это уже 30 тысяч гемов, кстати, потрачено. 30 тысяч. 30 тысяч, понимаете, да? Жесть. Понеслась. Смотрим, что выпадет. И... Бум! Турбо... Ракеты на Руби. О-о-о. Бинокль, кстати, на Генри. Не скажи, что полезное. Кстати, заметьте, их два выпало. То есть их два выпало. То есть это вот, кстати, по акции, которая дает доп предметы. Вот этот один, это скорее всего сундука. А вот этот второй, это уже с доп акции. Понимаете, да, насколько жестко? То есть мало того, что в доп акцию может падать не один, а даже два предмета. Но турбаркет это жесть. Это хорошо для Руби особенно. Потому что она часто бахает на дальней дистанции. То есть, по идее, ей будет смотреться, наверное, очень круто. Но, опять же, будем тестировать, смотреть. 26 гранат, если что. Да, вот все-таки неплохо здесь кидает по гранаткам, по ну, серебряным предметам. Вот если бы еще не кидали, кому надо, да, знаете, укол адреналина, зуб вампира, там, ну, вот такой вот. А то вон охранника накинула. Большое спасибо, да. Ну что же, второй сундук нас ждет. Отправляемся дальше. Надеюсь, он тоже будет хороший. Очень на это надеюсь. Сундучок, ну ты же не обидишь, не? Точно? Понеслась? Турборакеты и феромоны. На фей, правда, они прокачались, они мне не очень нужны будут. Но на кенгуру первые турборакеты это кайф. На кенгуру их часто берут, на кенгуру они эффективны, особенно на карте железная дорога. Поэтому то как бы тоже начало интересное, но все-таки между 5 уровнем и 12 уровнем там огромная пропасть, ребятки, почти в 2 раза. Там 1.8 вроде. Скорость увеличится на последнем уровне, а на первом только 1% скорости увеличится. Понимаете, да? Разница. 2 раза. Поэтому не знаю, как мы будем их брать. Стоит ли их брать при такой неэффективности в 2 раза. Но посмотрим, в общем. Падает, кстати, нормально. Я не знаю, я статистику уже как бы не подвожу. Но падает уже больше, чем один легендарный предмет за сундук. Вы это заметили, как бы уже причем в разы больше. Бомба Молотова на Джой, конечно, это приятно. Как же без нее я раньше жил. Кофе. Инструменты. Значки охранника. Ну просто посмотрите. Из этого всего набора, помимо легендарных предметов, одни уколы адреналина это полезный предмет. Все, остальное мусор. Нормально? Нормально. Так, ну что же, это у нас был третий пак сундуков, да? Осталось еще 2 пака открыть. Хотя, может быть, откроем на все гемы. Я так еще не решил, но посмотрим, в общем. И движемся дальше. Итак, ну что же, ребятки, вот он, 4-й пак сундуков. Я, кстати, подумал, наверное, мы откроем, скорее всего, чтобы у меня осталось вот 12600. Ну, мало ли что случится. Но в реальности вот эта акция как-то слишком выгодно смотрится. Я прям очень удивлен этой акции. Ну что же, погнали открывать легендарные сундуки. Да? Да. Это 4-й пак. Это, то есть, 7-й и 8-й сундук. Надеюсь, на Джоя все-таки выпадут феромоны. И мы их залутаем, и наконец-то сможем поиграть нормально. Ну ладно, понеслась. Хочу на Джоя феромоны очень сильно. Ну-ка. 3 бицухи на фей. Чутка, можно было? 3 бицухи, бац. Предметы остальные, как видите, очень элитные. Прям... зашквар по элитности прям. Но 3 бицухи. Ну, кстати, знаете, сейчас, если посмотреть, то цена примерно выходит такая, что 2 легендарных предмета падает за 1 сундук. 1 сундук 5000 гемов, то есть это 2500 гемов, 1 легендарный предмет. Цена ли это нормальная, если так делать? Ну, наверное, для зубы да. Для зубы это еще приемлемо, хотя, как вы знаете, гемы у нас в игре нигде не достаются, поэтому смотрится не очень. Прям конкретно. Особенно вот этот запрос смотрится ценой в 2 легендарных ресурса, да? Смешно. Смешно просто. Как же это смешно. Интересно, кто-то ими пользуется, да? Вот узнать бы разработчиков статистику нажатия на сброс. Ну, фейк, кстати, можно будет очень сильно забустить за счет бицухи. Ну и 2-й сундучок. Джой, приди, да? Джой, приди! Сейчас нажмем. Опа! Бицуха на Ванду. И все. Ну, хорошо, что бицуха. Могла бы быть косточка, да? Косточка бы смотрелась еще круче, наверное. Наверное. Ну, кстати, выпадают кассетки, да, 3 штучки, да, падает на дюка, а значит, дюк становится сильнее. Но посмотрите, просто. Помимо кассеток и зубов вампира, все остальное это мусор. Вот посмотрите, сколько мусора, просто предметов падает вам.
Вот бы было прекрасно, если был бы сундук с одним предметом или с двумя. То есть, ну, с полезными и с мусором. Интересно, какая была статистика полезных открытий сундуков и неполезных? Мне даже заманчиво узнать бы. Да. Хотелось бы, чтобы разработчики провели такой эксперимент, но косаточка Ванда с бицушечкой — это заманчиво. Представьте себе этого монстра, неубиваемого, да? Он сейчас с феромонами. Когда будет 5 слотов, можно будет поставить бицуху. Ну, вы понимаете, да? Просто бегает и не умирает. Потому что хп и урон увеличится. Ну, короче, не знаю. Будем смотреть, что это получится по итогам. И отправляемся дальше. Итак, ребятки, продолжаем. Вот он, следующий пак сундуков. Это 5-й, да? Это 10-й. Это 9-й, 10-й сундук уже. И мы его открываем. И, наверное, еще возьмем пак. То есть, вот, я решил. Так, начинаем, да? Не будем тянуть. Потому что видео что-то уже затягиваться начало. И турборакеты на пако выпадают. Правда, только уровень прокачался. То есть, не прокачались... Ну, не новинка, да? По остальным предметам сами все видите, да? Мусор, кроме кассеточки. Почти, кстати, докачалось 12. Вот как-то странно у них падает. Видите, троечка остается постоянно. Ну ладно, что выпало, то выпало. В принципе, неплохо. Один легендарный предмет все-таки выпал. Хотя вот, знаете, некоторые игроки, у которых миллионы гемов, напоминаю, не монет, не гемов, да? Они рассказывают, что отсюда почти ничего не падает, если у тебя уже почти все выбито. Вот так вот. То есть там как-то вот... Хотя пишет 87% на шанс. Ну, видимо, это для тех, у кого фулл предмет еще есть что качать, а у тех, у кого нечего качать, видимо, все печально из этих сундуков падает. Ну ладно, погнали дальше. Смотреть, что нам даст 10-й сундук. Пожалуйста, дай Джой. Джой хочу! Вы посмотрите на эту дичь! Вы на нее... Офигеть! 4 легендарных предмета выпало! Просто 10-й сундучок. Заехал. На базе фулл зубы вампира. Фух, вот, в общем, короче, ребятки, ну вы поняли, да, какие сундуки надо открывать и когда? Я думаю, вы поняли. Просто. Это шедевр. Турборакетки, ну блин. Вот, было бы хорошо, чтобы всем нападали по одному легендарному предмету. Вот это было бы кайф. Каждого вида по одному хотя бы. Чтобы можно было потестировать, посмотреть, что как, понять. Коса, опять же, не падает, видите, да, не падает совсем. Но вот это вот все это, ребятки. Это официальная имба. Да, однослотовая у меня, кстати, имба. Пятого уровня. Ну, вы понимаете, ботинок замени, поставлю это и будем прыгать. Причем феромоны, как вы понимаете, уже 6 уровня прокачали сразу. То есть, ну... Это жестко. Это просто жестко. 6 уровень феромонов, это значит, сразу будет радиус побольше. И перезарядочка вроде поменьше. Или перезарядка станет такой же. И там только радиус меняется. Фух. Не сказать, что я доволен, ничего не сказать. Мы отправимся дальше, потому что... Хотя вообще можно так-то оставить возможность, да, опять же. Я так понимаю, месяца через два мне еще разработчики накинут гемов. Ну, постепенно, да. И мы откроем еще раз, но будут ли тогда по такой цене сундуки? Я не знаю, ребятки. Поэтому, наверное, лучше всего сейчас открывать. Итак, ребятки, ну что же, печально катило. Да, все-таки ограничены, лимитированы эти сундучки. Я уже дважды перезагрузился, ничего это не изменило. Но мы сейчас будем открывать, значит, сундуки с почты. Как говорится, если судьба... Говорит, что все, значит все. Хотя там не судьба, там разработчики, которые поставили просто 5 раз лимит в день этой акции, да? Поэтому вот такие дела. Ну, ничего страшного. Да, вот эта акция, которая выбила мне тоже предметы. Которая не закрывается. Отправляемся на почту, у меня там лежит, так сказать, 2 сундука. Долго их тоже там за схемы акции, ну, вы знаете, копил. Вот там разработчики энергию начислили. Да. Вот он, первый сундук. Together. Не помню, за что-то, в общем, давайте открывать. Легендарный ресурс. Надеюсь, он будет эффективный. Не знаю, что он, правда, даст, но давайте посмотрим, что же он даст. Хотя видео уже затянулось, но оно того стоило, я считаю. Бицушку дают на Фрэнк. 6 уровень бицухи сразу на Фрэнка. То, что я как раз и хотел. Я хотел посмотреть этого слона с бицухой. Ну, представьте, слон с бицухой на максимальной прокачке. Ну, я имею в виду 7 стаков, да, так сказать, назовем это так. 7 бицух накопили, 7 убийств сделали. И получили максимальное усиление, которое доступно на уровне бицепса. И плюс легендарный дробовик. И дабл залп сделать. Вот это я хочу увидеть. Я просто хочу притянуть сквад и внести в них под такой вот связочкой обстоятельств урон. И посмотреть, что с ними будет. Хотя я знаю, что с ними будет, но посмотреть на это очень хочется. Кух. Ладно. Это кайф. Ну, как вы видите, ребятки, оно того стоит. В итоге, что мы имеем? Ну, сейчас еще один сундук откроем и подведем быстренько результаты. Да. Так, вот, феромоны, что-то например, кому-то прокачал когда-то. Не знаю, каким чудом я это сделал, но прокачал. Ну что ж, давайте открывать. Последний легендарный
ресурс, 12-й. Хотелось бы, конечно, побольше, но, как видите, ограничивали разработчики. И турбо на панду. На панду! А кого же еще? Ну ладно. Панда так панда. Кстати, самый дефибриллятор падает на баде, а значит, бади начнет слабои ивентовые тащить просто на изи теперь. Опять же, надо на него, правда, 5 слов где-то достать, но это уже другая история. Не знаю, кому будем это делать, но как-нибудь точно стоит. Ну что же, давайте подводить, ребятки, итоги. Все, что я хотел, выбил, вроде как. Не знаю, может, еще хотел чего-то, но не помню уже. Хотел бы турборакеты на всех, да. Но, вы понимаете, да, турборакеты на всех, это, конечно, слишком уже зашквар. Хотение с 12 сундуков. Поэтому, что имеем, то имеем. Я считаю, получилось очень круто выбить 6 уровня феромоны на Джой. 6 уровня бицуху на Фрэнка, слона. Это вот то, что я как раз хотел увидеть и потестировать. И, кстати, мы это увидим и потестируем. Конечно, обидно, что не обновляется акция, но я надеюсь, она будет у нас не последняя. Просто вроде как, знаете, почему я сейчас эту акцию покупал, да? Раньше там была акция на один легендарный ресурс за 10 тысяч гемов. И поэтому это было невыгодно. А сейчас там акция на, как вы заметили, 2 было, да? И как бы поэтому я ее взял. По поводу вот этих сундуков и стоит ли их открывать в акцию из 2 жетоны за это количество гемов. Ну, чтобы вы понимали, да, изумрудный сундук 1 в x2 жетона дает 500 жетонов. То есть это сколько у нас? Получается 15 сундуков, по 500 жетонов каждый. Ну, даже 550 жетонов каждый. Это прилично. Это очень прилично, это 5500, плюс 2500, ну, в общем, 7500-8000 жетонов будет за 15 тысяч гемов. За, если смотреть эти варианты, да, здесь у нас дается 1100 жетонов, то есть получается 10 тысяч. То есть это выгоднее. Но смотрите, какая разница. Здесь у вас 15 тысяч гем, а здесь 30. А разница будет в 2500 жетонов. Ну, как бы, смотрится странно, да? То есть, если открыть за 30 тысяч гемов 2 таких набора, то здесь будет больше. На 6 там, тысяч жетонов, на 5 тысяч жетонов. То есть, понимаете, насколько жестче. И тут уже возникает вопрос, как разработчики цены устанавливают. Интересно, да? Ну, как бы вы для себя определили, что вам важнее. Но опять же, здесь есть бонус в виде больше звезд, больше шанс на легендарные предметы. То есть, если комбинировать, то можно, наверное, что-то интересное выбить. Но ладно, будем на этом заканчивать. Хватит на сегодня, как вы видите, уже просто 18 минут. Надеюсь, что вы его досмотрели до конца. Надеюсь, вы это все увидели, что мне нападало. Надеюсь, вам, ребятки, когда вы будете открывать такие же сундуки, тоже что-то нападает. Вопрос только в том, когда разработчики сделают экономику реальную в игре. Интересный вопрос, на который, наверное, ответ мы не узнаем. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.